Ну вот насчет вот этого возбуждения вот этих дел, это в принципе надо все делать не Россия это должна возбуждать, а Интерпол. Потому что это должна делать международная организация. А то, что мы там возбудили, ну и что мы возбудили, они к нам не поедут никогда, мы их поймать не сможем. Здесь совершенно это нонсенс. Хотя, конечно, они крокодилы редкие, и они готовы жрать чем угодно и как угодно. Тот же Коломойский продает эти бронежилеты своим же воинам по двойной цене. Бензин продает по тройной цене там. Сколько можно съесть вообще одному человеку?